Россиянам хорошенько дали по зубам под Покровском. Об этом сообщил в эфире телемарафона офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цихоцкий. Обстановка продолжает быть горячей и тяжелой, но она стабильная. Мы не даем врагу продвинуться, и на сегодня его намерения приторможены. Можем сказать, что дали им по зубам. Хорошенько дали. По его словам, за прошедшие сутки удалось ликвидировать 76 оккупантов на этом участке фронта. С начала суток на Покровско-Кураховском направлении силы обороны уже ликвидировали 41 захватчика и провели 4 штурма. В целом продвижение российской армии на Покровском направлении остановлено, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. За последние 6 дней на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр. Иными словами, наша стратегия работает, сказал главнокомандующий ВСУ. Также, по его словам, сегодня чувствуется ослабление России в других областях Украины, где идут бои. В частности, уменьшились артиллерийские обстрелы и интенсивность штурмов. Кроме этого, бойцы Азова деблокировали украинских военных из окружения в Нью-Йорке. Сообщается, что на момент привлечения бригады к боевым действиям ситуация на линии боевого соприкосновения была катастрофической.